Всем привет, мои хорошие! И у меня еще одна посылочка с орхидеями. Открываем, достаем. Ну что ж, наступила весна, все пошло быстренько, плодотворненько, все едет. Вот. Так, это продавец, как всегда, будет указан в описании. Это Алина, и я у нее уже брала. Вы у меня видели варигатные дендробиумы, заказ Корея, там же приезжают неофинети и очень редкие варианты сидреи японики. Так, вот, и мне понравилось качество, и у нее интересный выбор. Собственно, вот эту Корею я у других наших поставщиков не видела, поэтому я, конечно же, у нее с большим удовольствием заказываю что-нибудь такое, чего нету у других поставщиков. А тут у нее в предложении мелькнула моя любимая целлогина Кристата по очень-очень вкусной цене. И я решила тогда себя тем заказом побаловать. И вот вам сейчас покажу. У меня есть одна целлогина Кристата, но пока я поняла, как ее содержать, что ей надо, я ее изрядно помучила, она у меня полысела и сейчас отходит, потому что сейчас я вроде как наконец-то нащупала, что ей нужно. Так, и у меня вот такое чудо. Вот такая бирочка целлогина Кристата. Так, так что ту я себе оставлю, я ее буду дальше растить, вымаливать прощение, чем выхаживать, потому что сама накосячила, сама лечи. Так, вот, но прикупила себе еще одну. Надеюсь, что с ней я не буду уже так косячить, я уже все-таки многое поняла. И я смогу добиться цветения чуть быстрее, чем от моей измученной старушки. Так, вот такое хорошее растение пришло, хорошие бульбочки. Посадка меня там вполне устраивает. Я думаю, я ее дергать не буду. Придется, конечно, немножко приноровиться, пристреляться с поливом, почувствовать субстрат. Но это дело наживное. Это будет быстро. Так, кто тут у нас есть, сейчас покажу. Вот такие уже проснувшиеся почечки хорошие. Так, там что-то внизу тоже, но это надо рассматривать, надо быть осторожной, чтобы с вот этими вот всеми чешуйками ничего лишнего не оторвать. Так, вот здесь есть такой закрывшийся ростик, скажем так, как будто засохший, но он внутри плотный, поэтому, возможно, он еще дальше будет расти, посмотрим. И вот тут вот пыпочка тоже наметилась, вот она свеженькая, тут сухая пыпочка. В общем, посмотрим. Хороший кустик, хорошая деленочка по очень приятной цене была. Вот такая замечательная штучка. Буду растить. Вот, и жду еще пару посылочек с растеницами, с орхидеями. И тоже будут обзорчики. И, в общем, будет у меня много обзорчиков. И я уже говорила в предыдущем видео, что будут это внеплановые видео, которые будут выходить как можно скорее, потому что, опять-таки, как я уже говорила, показывать через 2 недели, через месяц то, что я получила с таким опозданием, не очень интересно. Поэтому буду выкладывать их и по вторникам, и по четвергам. Вот так вот. Другие видео тоже не хочу особо сдвигать, потому что там есть полезная информация, которая вот сейчас как раз будет в руку. И, в общем-то, не хочется с ней затягивать. А также есть видео цветений, которые тоже неинтересно выкладывать. Когда ты только выкладываешься, тебя поздравляют, а у тебя уже 2 недели как отцвело. Поэтому будет такой, не знаю, марафончик из видео каждый день. Надеюсь, вам понравится. Вот такое чудо. Не могу налюбоваться. Вообще, честно, нравятся мне целлогины. Очень сильно нравятся. Я бы себе собрала бы, конечно, коллекцию из целлогинок. Особенно
Так, сейчас извините, как он правильно называется? Ксирекс или Ксайрекс? Или как-то еще? Я, к сожалению, не знаю. Я знаю только, как правильно пишется. Очень мне нравится усетана. И вот подобные все, конечно, вот с подобным цветком и Кристата Халалиука. Она, кстати, была в заказе у Алины, но я побоялась ее взять, потому что вот надо все-таки набить руку. У меня была Халалиука, я ее благополучно халалиукнула. Да, обидно, конечно, я смеюсь, но, знаете, чтобы скрыть огорчение, скорее всего. Вот. Но ничего, все приходит с опытом. Пока. Вот так. Ну что ж, всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, ждите других видео. И, конечно же, заглядывайте в описание, там, как всегда, ссылочки. И всем солнечных дней, пышных цветений. Пока-пока.